Добрый день, друзья! Игорь Жавский представляет. Сегодня 5 октября 2017 года. Я забрался на водонапорную башню, чтобы снять небольшой ролик о осенней Покровке. Начинаю свой эпизод вот с нашего озера, или как мы его называем, Майами, где народ отдыхает, купается. Рядом с ним, видите, это река Раздольная. Дует сильный ветер. Не знаю, слышите вы меня или нет, но думаю, слышите. Поэтому пошли дальше. Вдалеке мы видим пятиэтажные дома на Калинина и Космонавтов. Это Западный гарнизон. А вот офицерские дома двухэтажные. Те, кто служил в этом районе, прекрасно знает их. Пошли дальше. Мы плавно переходим к нашим многоэтажкам красивым, с красивыми крышами. Вот этот предпоследний дом, то, что справа, это дом, в котором я живу, Завитая 1. Следующий за ним, это Завитая 3. Пошли дальше смотреть. Внизу у нас садик. Извиняюсь, забыл, как он называется. То ли ромашка, то ли по-другому. Вот наша новостройка. Красивый дом. Внизу квадрат, магазин. Это вот у нас улица Октябрьская. Идем дальше. Сейчас я вам покажу дом, где я раньше жил и где живет моя мама. Вот он с синими крышами. Синяя, красная и салатная. Это Октябрьская, 18, где я раньше жил. Вот эти два дома, это Октябрьская, 23 и 25. Те, кто жил в Покровке, прекрасно знают эти дома. Кто-то, может быть, и жил в них. Мы пошли дальше. Переходим небольшую антенну. Главное смотреть под ноги, чтобы не полететь. Вот синие крыши. Вот этот комплекс. Синие и красные. Красная — это начальная школа. Синяя — это средняя школа Покровская. Вот здесь я покажу вам. Недавно нам построили для школы красивый и удобный спортивный комплекс по программе. Бесплатно достался. Рядом с ним, за деревьями, вот здесь вот, находится музей, членом совета которого я являюсь. Пошли дальше. Опять переходим антенку. Сейчас будет еще больше антенка. Что поделаешь? Связь есть связь. Связи никуда. Тут уже ветер посильнее. Мы вышли на площадь. Вот наша площадь.
которую в этом году заасфальтировали. Дальше у нас здание администрации, здание, кто раньше жил, здание РДК, сейчас это клуб, центральный клуб досуга, культуры и досуга. Вот это у нас пошла улица Карла Маркса. И туда, вот туда, 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 улица Карла Маркса. Памятник Ленину. Вот немножко ветер стих, и более слышно меня. Игорь, возьми тут фотоаппарат, вон антенное поле отсюда. Антенное поле? Да. Возьмет и антенное поле. Антенное поле, которое находится на выезде из Покровки в сторону Уссурийска. Те, кто служил или жил в Галенках, сейчас я покажу вам Галенки. Вот она, тарелочка. Телескоп дальней космической связи, антенна. Такая вот, одна в Евпатории, одна у нас. Одни из самых больших в мире. Но ветер очень дует. Ну и конечно же, а вот вышка, с которой я снимал. Ветер все сильнее и сильнее. Вот я, друзья, вам и показал осеннюю Покровку. Так что на этом, друзья, я буду заканчивать. Всем удачи! Пока!